или нету. Мало Извините, того, давайте да. примем звонок и да. обсудим. Алло. Да. Да. Алло. В эфире говорите. Да, это я в эфире? Да, 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 это вы в эфире. Ага, хорошо. Селям алейкум. Алейкум селям. Я очень внимательно слежу за каналом, очень внимательно слежу и смотрю каждый день передачи. И знаете, у меня складывается впечатление по поводу канала, по поводу бюджета, что вот это сегодняшнее положение канала АТР, Зеленский и команда увидели в глазах Путина. И не надо забывать им тот факт, что за независимость Украины первым жизнь свою положил Ришат Аметов. И Сергей, забыла, как, Негоян. Вот это, по-моему, очень символично. Здесь звучат мнения. Обратиться к зарубежным, там, к Эрдогану. Это всего, в общем, получается 2 миллиона долларов. 2 миллиона долларов, это значит, ему не поехать в Оман. Что это, не стыдно ли будет нашему правительству, нашему государству, если для крымско-татарского народа выделить деньги Путин или кто-нибудь или еще? У нас нету крупных бизнесменов, у нас здесь вот нету, скажем, своих олигархов. Это всего лишь 2 миллиона. Народ